Всем здравствуйте, рада видеть вас на моем канале «Мода и красота». Но для начала хочу познакомить вас с курсом. Пройдите онлайн обучение на психолога, зарабатывайте, помогая людям становиться счастливее. Над программой курса работали кандидаты и доктора психологических наук, преподаватели ведущих вузов и практикующие специалисты. Вы будете общаться с ними на еженедельных вебинарах, а также в любой момент у вас будет возможность обратиться к преподавателю за консультацией. После окончания обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации психолог. Помимо диплома, выпускники также бесплатно проходят сертификацию и получают сертификат соответствия. Также все выпускники без дополнительных проверок и вступительного взноса становятся членами Международной ассоциации психологов. Выдается свидетельство о членстве. Учебный материал состоит из качественных видеолекций в формате Full HD. Каждую неделю проходят вебинары на актуальные темы. За каждый посещенный вебинар слушателю выдается сертификат. Специалисты работают на основании государственной лицензии и являются некоммерческой образовательной организацией. Более 100 видеоотзывов от выпускников, быстрый вход в профессию. Программа доступна людям со средним профессиональным и высшим образованием. Нет ограничений по возрасту, месту жительства и стартовому уровню знаний. По итогам обучения вы станете грамотным и подкованным психологом, даже если пока знаете мало об этом направлении. Персональный куратор, специалист всегда на связи с вами, готов поддержать и решить как организационные, так и учебные проблемы. Если абитуриент при поступлении укажет промокод, название моего канала, вам предоставят скидку в 10%. Ссылочка на курс будет в описании под видео. Продолжим. Тема сегодняшнего ролика – пикси на ножке, самая востребованная стрижка 2021 в салонах красоты Москвы. Стрижка пикси на ножке сочетает в себе нестареющую классику и эффектный модный тренд. Силуэт стрижки аккуратно сужается на затылке, создавая плавный объемный переход к пышной макушке. Лицо обрамляется длинными прядями, чтобы сформировать длинную челку. Смотрите модную подборку стрижки пикси на ножке. Всем приятного просмотра!